уважаемые гости! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в нашей библиотеке. На улице похолодало, осень вступила в свои права, но в нашей библиотеке всегда тепло и уютно. Центральная городская библиотека носит имя Исаака Яковлевича Рутмана. И сегодня, 4 октября, еще хочу отметить, что мы отмечали бы его 96-летие со дня рождения. А еще мы собрались по одному замечательному поводу. В этот день мы поздравляем вас всех с праздником добра и уважения и днем возрастных людей, скажем так. В начале октября мы чествуем самых заслуженных, самых достойных. И так хочется найти правильные, добрые слова, выразить свое отношение к вам, дорогие наши люди старшего поколения. Когда рассказывают про нашу страну, мы всегда предполагаем, принято упоминать, что она богата ресурсами, нефтью, газом. И это правда. Но самое главное наше богатство – это люди. Наше старшее поколение – наши заслуженные ветераны. Огромное вам спасибо за все. Аплодисменты вам. И хорошо, что стала доброй традицией отмечать этот праздник в нашей стране. Это день благодарения за тепло ваших сердец, за отданной работе силы, за опыт, которым вы делитесь с молодым поколением. Слово для теплых пожеланий предоставляется председателю Совета ветеранов города Советска Василию Яковлевичу Шелученкову. Здравствуйте, дорогие мои коллеги. В этот день хочу поблагодарить вас всех за то, что вы такие неравнодушные, активные. И знаете, вот есть такое, от зависти люди стареют, от обиды болеют, от злости тупеют. А от любви молодеют. Любите и будьте любимы. Любите родных и близких. Любите своих друзей. Цените друзей. Понимаете, вот именно в этом и заключается наша жизнь. Мне очень понравилась одна четверостишие такое. И счастлив тот, кто на рассвете сумел однажды осознать, что жив, здоров, и солнце светит, и будет новый день опять. С праздником! И еще слова благодарности я бы хотел руководству библиотеки. И вот Уткиной Галине Александровне, к сожалению, ее нет, она приболела, за внимание к ветеранским организациям и активное участие в жизни ветеранов. Вот такой благодарности хочу вручить руководству. Меняет цвет природа, меняется погода, и солнцу золотому идут во след дожди. А за теплом мне и Насте, за горем будет счастье, и молодость на старость меняет человек. Так жизнь идет по кругу, года спешат друг к другу, но радостью, надеждой наполнен год и век. И в день осенний яркий прими концерт в подарок, наш пожилой любимый, наш добрый человек. Осень — это не всегда дожди, болезни и плохое настроение. Это время, чтобы с успехом применить свои таланты и мудрость. Сегодня на нашем вечере вы можете полюбоваться работами наших мастериц. Они представлены на нашей выставке. И услышать, как звучат голоса под руководством Натальи Борисовны Дроновой. Дорогие друзья, для вас поет Владимир Николаевич Швов. Она не спросит,
Осенней гостиной присутствуют люди, труд которых просто жизненно необходим. Мелькают дни, пролетают года, как перелетные птицы, и многие воспоминания померкнут, но мы никогда не забываем наших учителей и педагогов. В преддверии замечательного праздника Дня Учителя разрешите поздравить всех присутствующих здесь учителей, учеников с этим замечательным профессиональным праздником. Дорогие друзья, на этом у нас поздравления не заканчиваются. 11 сентября прошел 75-летний юбилей у Веры Юшмановой. Дорогая Вера, примите, пожалуйста, поздравления от Людмилы Александровны Титовой. Спрячу ноль, счастье улыбнется.
вас, дорогие мои, прожили тяжелую, трудную жизнь. Испытали серьезные лишения, стойко переносили все невзгоды, не потеряв ощущения от радости жизни, сохранив чувство юмора и молодость души. Вот и сегодня мы хотим вам сказать, все еще у вас впереди. Время ваше и ваш опыт – это действительно ваше богатство. И оно прекрасно, как прекрасны своими яркими, насыщенными, зрелыми красками осенними ваша жизнь. Человеку под силу многое. И если он продолжает идти вперед, пусть ваша осень будет прекрасной. Осень – это время уютных вечеров, за чашкой горячего чая, томиков стихов и, конечно же, за вкусным вареньем. Дорогие друзья, когда вы пришли в библиотеку, вы, наверное, обратили внимание, что в компьютерном классе у нас потрясающая выставка даров сдач. Поэтому будьте внимательны, потом посмотрите, какая там огромная тыква стоит, какая клубника, малина, какие букеты – какие там разносолы разные. Я думаю, может быть, вы поделитесь рецептами. И большое спасибо всем, кто принимал участие в этой выставке.
бежит наша жизнь, летят незаметно дни. Иногда становится грустно. Минуты грусти мы вспоминаем самых близких и дорогих нам людей. Людмила Александровна Титова делится своим видео и возвращает нас в 2018 год, когда еще была жива Ольга Ивановна Чернова. Эта память об этом человеке, я думаю, будет долго жить среди нас. Внимание на экран. Светлакова. Руководитель ваш Наталья Яковлевна. Прошу, жалуйте аплодисментами. Дорогие друзья, за эти праздники вам желали так много всего хорошего, поэтому я не буду ничего вам желать из того, что было, а только хочу повториться, чтобы было у вас здоровье, потому что здоровья много никогда не бывает. А от себя хочу сказать, чтобы всегда у вас не покидала вас вера, чтобы всегда у вас была надежда, а в сердце у вас жила любовь. И тогда
ваши годы, которые в пенсионном фонде называют годами дожития, чтобы они были хорошими, настоящими годами. Не доживайте, а живите. И для этого всегда пусть будет у вас новое что-то. Учитесь постоянно чему-то новому. Встречайтесь с приятными вам людьми. Дышите, гуляйте. И, конечно, не теряйте интереса к жизни. И тогда все у нас будет хорошо. На этом все, ребята. Пойдем чай. Это такая, по цвету такая. Проема. Может, откроем, а? Чего? А вот есть с кабачком. Вкусно? Наташа, ты сейчас к себе? Да. Домой не возьмешь. Да нет, просто в администрацию надо подать. Я большой уже не выращиваю. А завтра, до завтра? А давай по 3 килограмма. Пошли. Его не дотащишь. Да мне относить чина, мне надо переписать. У тебя телефона нет? А что, хотели? Нет, она ничего не режет. Она сказала, что я режу не буду. Это мы вот и лишнее. Это лишнее. Пирог с чем у тебя?